Школа номер один, самая большая в городском поселении Фрианово. Здесь каждый день получают знания 800 детей. Посмотреть, в каком состоянии находится спортивная инфраструктура в удаленном от районного центра учебном заведении, приехала олимпийский призер Ирина Слуцкая. Звезда фигурного катания, смотрела пришкольную территорию. В этом ей помогали директор учебного заведения Любовь Деньгова и начальник отдела спорта администрации Щелковского района Игорь Блинов. Спортивной инфраструктуре, как и школе, 25 лет. Сохранились футбольное поле и волейбольная площадка. Других территорий, где можно было бы заниматься спортом, поблизости нет. Сегодня школу номер два городского поселения Фрианово посетила Ирина Слуцкая. Спортивная территория этой школы позволяет заниматься здесь не только учащимся, но и взрослым. Для этого достаточно просто приложить усилия. Место хорошее. Земля у нас закреплена уже за школой. Здесь напрашивается мини-стадион. Так как у вас своего стадиона, нет, можно сказать, нету. А если он есть, то он далеко. Здесь сколько? Минут 20, наверное, ходьба? Нет. Вы знаете, совсем неудобно. Ходьба, это идет по центральной проезжей части. Если здесь будет, так скажем, мини-стадион, да, здесь будет все поселение. Да, очень хорошо. Ходить. У нас вот сейчас родители, они детей водят в группу легкой атлетики с удовольствием. 85 детей занимается. И они вот как раз и просили, чтобы была площадка. А дети, как только в Москву съездили, они уже даже на третий юношеский разряд сдали. Есть в первой школе свой бассейн. После капитального ремонта в нем снова учатся плавать детки младшего возраста. У нас уходила вот эта стена, внизу там воды подмыли. Поэтому пока вот капитальный ремонт сделали, и опять продолжаем купать детей. Проблема для школы – сделать ремонт в единственном, пусть и небольшом спортивном зале. Меценаты помогли перестелить пол, остается отремонтировать кровлю. Из-за нее на стенах отходит штукатурка. В неделю по учебному плану в зале проходит 91 занятие физкультурой. Дети посещают уроки с удовольствием, занимают призовые места на районных соревнованиях. В актовом зале Ирина Слуцкая встретилась с трудовым коллективом школы. В откровенном разговоре звезда фигурного катания поделилась, что, как и прежде, основное время уделяет спорту. Большую часть своего времени отдаю сейчас спортивному направлению. Я понимаю, что у нас проблема с инфраструктурой, у нас нет залов. У нас вводят третий урок физкультуры, а возможности... Я думаю, когда мы со спортивным объектом во Фрианово конкретно что-то решим, то обязательно к нам приедет Ирина Эдуардовна на открытие объекта. Мы решим. А вы что, будете без меня решать? Проблемы развития спортивной инфраструктуры в учебных заведениях Подмосковья Ирина Слуцкая обещала поднять на региональном уровне. Фриановская школа – одна из тех, кто в такой поддержке нуждается. Безусловно, эти вопросы будут подниматься, и мы будем их обсуждать, и в первую очередь, конечно же, на заседаниях комиссии общественной палаты, потому что мы сейчас как раз проводим мониторинг школьных клубов, школьных площадок, дворовых площадок. Есть азарт, есть желание помочь, поэтому я буду стараться все сделать, что в моих возможностях. Михаил Налютов, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».